Правление Союза кинематографистов Российской Федерации считает, что Россия стоит на пороге духовной и нравственной катастрофы, а телевидение и интернет стали инструментом массового развращения людей. Отступать некуда. Позади великая история и культура, практически не востребованные новым поколением россиян. Впереди, без всякого преувеличения, катастрофа страны, не способной ни интеллектуально, ни культурно, ни демографически отвечать вызовам современного мира. Мира, который не простит нам безволия, скудоумия, слабости и растерянности, говорится в заявлении, принятом пленумом правления Союза.